Для каждого человека важнейшая составляющая жизни – это семья. Казахстан – страна, жители которой высоко ценят родственные связи и теплые семейные отношения. Семья для казахстанцев – неиссякаемый источник опоры, радости и взаимопомощь. В сентябре отмечают День семьи в Казахстане. Предлагаем узнать больше об этом торжестве. Когда празднуют День семьи в Казахстане? Начиная с 2013 года, вся страна отмечает этот день в сентябре. По инициативе первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева перечень праздников государственного уровня включили день в честь семьи и отмечают его во второе воскресенье сентября. Почему столь важен День семьи? Казахстан ввел этот праздник, чтобы подчеркнуть значение семейного счастья для жизни каждого гражданина. Именно в семье мы получаем старт, находим поддержку и защиту в любых обстоятельствах. Реализовываем желание любить и заботиться об окружающих. Эти чувства и желания у родственников взаимны. Семейный круг – источник формирования индивидуума, уникальной личности. Несомненно, также роль семьи в становлении и развитии государственности. Благодаря крепким семьям возможно сохранение и приумножение народных традиций, духовных и культурных ценностей. Поэтому руководители Казахстана решили уделить внимание институту семьи в рамках такого праздника. Счастливые казахстанские семьи – залог воспитания и формирования всесторонне развитых и гармоничных граждан, которые будут чтить память о предках, уважать старших, исповедовать принципы гуманизма, будут высокоморальными и социально активными. В семье происходит воспитание человека, закладываются базовые моральные качества, формируется гражданское сознание. От того, насколько хорошо семья справляется с этими задачами, зависит будущее всего государства, его счастье и богатство, развитость и гуманность или отставание и деградация. Понимание этих основ повлияло на принятие решения об утверждении отдельного праздника семьи. Благополучие семьи – вот мерило развития и прогресса страны. Основным назначением семьи можно назвать рождение и воспитание детей. Очень важно, чтобы семья была прочной. В семье ребенок учится постигать секреты общения между людьми, учится любви и заботе. Через семью от одного поколения к другому передаются мудрость и знания. Во многих странах мира разработаны целые стратегии демографического развития, а в сам этот праздник проводятся различные просветительские, публичные и праздничные мероприятия, концерты, встречи супружеских пар, имеющих большой опыт семейной жизни, благотворительные акции для опекунских семей с детьми и для ребят из многодетных и малообеспеченных семей, тренинги для молодых семей, тематические практикумы и конференции, посвященные темам семьи. Поздравляем вас с Днем Семьи! В фонде универсального читального зала широко представлены книги по семьеведению, социологии семьи, психологии семейных отношений. Большой блок посвящен воспитанию детей. Это советы в помощь молодым родителям, психологические тесты и упражнения для детей, рецепты общения, понимания, прощения и просто умение находить общий язык с такими непростыми детьми нашего времени. А еще советы по обучению и воспитанию одаренных детей. Формирование основ семейных ценностей через приобщение к изобразительному искусству и классической художественной литературе. Елшибаева Күлмаштың «Сезім, отбас, энергетика» кітабында қызықты да жан-жақты талданып жазылған осы еңбекке жан тануда кәсіби мамандар мен жаңадан бастаған психологтарға жалпы оқырмандарға аса пайдалы жұмыс ретінде қолданады. Бұл кітапта отбасылы қарым-қатынас туралы көптеген әдеби мақалалар жазылған. Өмірдің қилы-қилы соқпақтарынан алынған әртүрлі жағдайлар көп нәрсені түсіне отырып, тереңінен сезінуге мұрсат береді. Күнделікті түйбелең тіршілікте жаңа қырынан көруге мүмкіндік аласыз. Книги Барбары де Анжалес «Секреты семейного счастья» вы узнаете о том, как построить счастливые семейные отношения, основанные на принципах взаимопонимания и доверия, искреннего уважения, осознания индивидуальных особенностей и потребностей друг друга, умение прощать слабости близкого человека и вовремя замечать его недостатки. Барбара де Анжалес, всемирно известный эксперт в области межличностных отношений, предлагает читателям простые,
и мудрые советы для решения самых разных житейских проблем. В книге содержится много реальных историй, тесты, анкеты и сценарии для саморазвития. Поэтому она наверняка будет интересна тем, кто еще не встретил своего спутника жизни и хочет узнать, как не ошибиться с выбором надежного партнера, как вести себя в непростых любовных ситуациях и создать крепкую счастливую семью. Күләш Уразбекованың ұлттық психология және халық тәрбиесі болашақтың бастауы хақында кітабында Қазақ мемлекеттік Абай атындағы Алматы университеті бекіткен. Монографияда осы уақытқа дейін зерттеле қоймаған қазақ психологиясы мен халық тәрбиесі ұлттық үлгіде сөз болады. Болашақ ұрпақты ұлттық рух сияқты асыл қасиеттерге тәрбиелеудің сан ғасырлар бойы қалыптасқан халықтық үлгі-өнегесі бар. Автор көне заманнан бергі көрнекті ойшылдардың еңбектерін сүйене отырып, қазақтың рухани мәдениетінің ұлттық сипаты, қазақ психологиясы және халық тәрбиесінің туып қалыптасу тарихи жайында әңгімелейді. В монографии Андреевой Татьяны Владимировны освещены такие актуальные для современного общества вопросы, как особенности и тенденции современной семьи, молодежные взгляды на брак и семью, проблемы молодой семьи, потребности мужей и жен в брачно-семейных отношениях. В книге рассмотрены различные типы семей. Анализируются проблемы, возникающие в бинациональных супружеских парах, психологические проблемы творческих женщин и домохозяек. Особое внимание уделяется разрушительным тенденциям в семье, конфликтам, ревности и изменам, а также мужскому взгляду на брак. Книга будет интересна как специалистам, психологам, педагогам, социологам, так и широкому кругу читателей. Берілген әдісімелік құрал, баланың жеке басын дамыту мектебі және ата-аналар мектебі жобаларына негізделген. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің қолдауымен тәжірибелік психологиялық және психотерапия Евразиялық институты және қазақ психологтар қауымдастығы бірлесіп дайырлаған жұмыс. Жұмыста баланың жас ерекшеліктері және отбасы дағдарысына деңгейінде нақты диагностикалық мазмұн және психологиялық көмек көрсету ұсыныстары қарастырылған. Отбасымен жұмыс жүргізуге отбасы татулығы бағдарламасы құрастырылып, нақты әдістер мен тәсілдер берілген. Арнайы диагностикалық жұмыс құралдары жинастырылып көрсетілген. Әдістемелік құрал отбасымен жұмыс жасайтын мектеп және тәжірибелік маман-психологтар, әлеуметтік педагогтар отбасында қолдау көрсету мамандары, сондай-ақ мүдделі мемлекеттік ұйымдар мен ведомстволар, қамқорлық мекемелер, білім беру және халықты әлеуметтік қорғау мамандарына арналады. В книге Аксеновой «Семейная энциклопедия. Психологические тесты» предлагаются полезные рекомендации для правильного общения и поведения в самом близком кругу – в семейном. Книги «От я до мы. Азбука семейной жизни» освещается широкий круг вопросов, связанных с созданием молодой семьи, становлением молодой семьи, укреплением супружеских отношений, особенности возрастного развития детей и их воспитания, секреты ведения домашнего хозяйства. Обо всех этих проблемах размышляют педагоги, психологи, социологи, врачи, журналисты для широкого круга читателей. Приглашаем всех желающих познакомиться с предложенной литературой.